дорогие друзья, я хочу пригласить на сцену Рустама Рахманова, Дастана Эргашева, тренера клуба «Нурсай» и Дениса Бочарова, главного секретаря Федерации боевого самбо России. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! И также хочу пригласить на сцену Хаджаева Нажмедина, главного тренера клуба «Спортфайт», и также тренера Мулинова Аятулла, который вырастил такого спортсмена, такого профессионального бойца. Вот. И каждому хочу дать слово. Что могу сказать? Классный турнир. Я думаю, последний. Что, чем можем, поможем, конечно. Классный турнир. Поздравляю. Спасибо большое. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar meni ko'rib turganingizdan juda ham xursandman. Barchangizni o'zimning kanalim Temur TV'ga taklif etaman. Sizlar bu kanalda Xitoy haqida va chet el mamlakatlar haqida qiziqdan qiziq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ishonamanki, sizlarga yoqadi. Do'stlar, shunaqangi kanallarni sizlarga tavsiya qilishdan juda ham xursandman. O'tasizlar Kanalda silkası apisaniya deyem, komentariya deyem bölədi. Mənim nomuna salam açdı, eşsən çıxormayınlə. Ваша позиция, дорогие друзья. Салам. Спасибо большое за приглашение на турнир. Он шикарен. Также хотел бы заметить, как растут спортсмены с каждым годом, что я уже 5 лет наблюдаю за спортсменами нашего Ейна, клуба «Нурсай». Уровень только растет, и вот этот кандидат мастера спорта, это только и показывает, как ваш уровень растет. Дай Бог вам побед, меньше травм, развивайтесь. Спасибо большое. Добрый вечер. Вот и правда, как-то не вспомнил, если вот там 5-6 лет назад начали, да, вот Астана вместе там, Гергал Эбельбеков, сама Курбаева, здесь много ребят там. Правда, вот, чтобы развить это, мы, правда, очень много помогли боевой самбо, да, Федерация боевой самбо там. Постоянно ребята выступали, и вот, до сих пор ребята выступают, я знаю. Мы всегда говорим, там можно хоть каждую неделю вот, у Артема Тарасова турнир, надо выходить там, показывать себя и там опыта набирать. Я ребятам говорю, можете там сколько раз проиграть, но когда вы пробой будете выходить, это вам даст больше этого. А сегодня что мы вот что делаем? Вот, каждый ребята у нас растут, чтобы им как мотивация, чтобы было. Сегодня у нас Аятулла Муминов получается кандидат на мастера спорта по боевой самбо. Мы хотим его выручить. От федерации боевой самбо. Спасибо, тренируйтесь, развивайтесь, идите только вперед, нигде не сдавайтесь. Есть победы, поражения, но нельзя сдаваться, надо идти и уважать друг друга. Это спорт, в первую очередь, ребята. Всем спасибо, Александр, особенно тебе. Спасибо. Делаем турниры, ну, как говорит у нас старший Ан Сафрей, мы с тобой рядом. Нам много задают вопрос, вот вы там. Мы просто, правда, знаете, чтобы наши ребята чем на улице где-то ходить, пускай они спортом занимаются, доказывают. В первую очередь, ну, даже не ради нас, не ради там, да, вот, хотя бы их родители их видят вот так, они успокоены, что они когда спортом занимаются, тренируются. Чисто для этого мы это делаем. Поэтому спасибо тебе, развивайся, мы рядом. Еще раз и поздравить Аятуллу Муминова с такой победой, отличным тренером, старшим братом. Ну и хочу, так сказать, передать микрофон уже для дальнейших следующих боев, которые у нас сейчас совершатся. Ну а вам, дорогие друзья, продолжаем хорошего настроения. И это у нас только первый турнир, и мы продолжаем. Профессионал по
Аллах мусабар и голяны сагар, шоула ситтам. Алгоз Регистан. Весовой категории до 84 килограмм. Синий угол ринга приглашается. Галиев Хуснидин, клуб «Спартак», город Санкт-Петербург. Возраст 24 года. Страна Узбекистан, тренер Нажмедин Хаджаев и Максим Мулдашев. Давай, красный угол ринга приглашает его соперник Трифонов Андрей, прозвище Триф, город Санкт-Петербург, возраст 18 лет, рост 186 сантиметров. Встречайте, Трифонов Андрей. Давайте услышим мою команду, прямо не нарушаем, вообще в голову не бьем, коленом в голову, а потом только стоит, позвоночник, а все так поприветствуем бойцов! Thank you.